Всем привет! Это канал Евгения Саженцева. Сегодня я хочу снять видеоблог, в котором будет одновременно и простота, и содержание. Видеоблог, который меня вдохновил на это мысля от Эдгара, такой как бы псевдоним на ютубе у человека. В этом видеоблоге он ходит просто по весенней природе и говорит о том, что, ребята, давайте отбросим все понты, будем как дети. И не будем гоняться за понтами, будем просто радоваться жизни, будем простыми. Не знаю, получится ли у меня так же сказать, но я попробую. Посмотрите на природу, как она естественна и красива. И одновременно посмотрите на город, в котором мы все живем. Сколько люди тратят денег для того, чтобы создать дороги, для того, чтобы усовершенствовать мегаполис. И все больше и больше города похожи на мертвые кладбища, в которых мы хороним свои души. Я назвала этот видеоблог «Я накачала губы», просто потому, что иначе вы бы не зашли на него. Потому что мы настолько осуетились и настолько мы озабочены какими-то безумными идеями по отношению к себе и к окружающим, что мы перестали замечать свою красоту и красоту естественности и природы. Конечно, я не накачала губы, потому что я вообще против того, чтобы человек делал такие изменения над собой, издевался над собой. Потому что нашу красоту, естественность нам дал Бог. И все равно, что если бы мы взяли картину какого-то известного художника и начали бы что-то подрисовывать, приукрашивать, при этом картина, она бы потеряла ценность, она бы уже перестала стоить на миллион долларов. Ня. Да, кисуль? Ня, ня. Поэтому нужно всегда помнить, что естественность, она всегда выгоднее, нежели что-то дорогое. Мама. И посмотрите на природу, как она прекрасна. Когда вы естественны, вы так же красивы, как природа. Ну, похоже, я все сказала, что хотела сказать. Смотрите канал Евгения Саженцева, а также Нина Саженцева, потому что у Нины тоже есть свой канал. Пока-пока.